Вот наши братья Виктор и Никита везут третий раз березки. Вот они подъезжают к лагерю. Посмотри, что она там. Это крапива, оковает вот так исходно. Вот за это время только, перед завтраком ощущается. Никита, да не смотреть за каждым шагом надо. Куда ему вот это вот задание ставить, как же? Ну, ну, за собой-то какие? Там где бревно, ничего не как-то. Никак, не знаю. То есть он не знает совершенно ничего. Совершенно. Землю кидают туда, крапиву всю завалил, а под ней вот это вот это я дрова нашел. Он не понимает совершенно ничего. И поэтому нужно строго следить за ним, с нуля начинать. Его нельзя нигде посылать ничего. Так эти за руку он будет делать. Но делает как будто бы ну, в начальном периоде машина, когда изобретает, она не понимает, куда он. Вот что он здесь. Крапиву боится, как маленький ребенок. Это значит, показал что-то. Так, подожди что-то. Что привезли? А? Что? Еще есть. Еще есть, они еще поедут. А хотел бить, а сразу я ему сказал, не пойдет. Ты зачем вот это вот сделал? Ну слушай, это вот эти дрова. Зачем ты сухи? Дрова. Где? Вот это все под низом лежало вот здесь, я выиграл. По земле. Своем быть. Ну как ты, ты вообще не смотришь или еще? И крапива, вот сколько я набрал, который там под низом был. Делаешь, как будто чужой дядя такой, так и пойдет делать. Езжай, я потом разберусь с тобой. Ты все делай как для Господа делай. Вот сегодня 19 июня 2015 года. Вот лагерь наш продолжает работать. Это у нас Никита трудится. Или здесь в лесу. Постой. Ребята, настоящие мужики растут. Это потом надо будет здесь все утащить на костер. Давай, Нестор, учись. Вот, пока она живая, то есть свежая, надо скорее ее. Вот Ваня дробот. Там место дробот, а тут Ваня дробот. Вот. Будет чаще работать, навык появится в работе. Это все на растопку потом пойдет. Хорошо трещать будет. Береста. Вот я уже тут сколько начал? Три жерди уже ошкурил. Три. Так я какой? Не такой. Это все пойдет у нас потом на черешки, для лопат, для граблей, для вил, для любого инструмента. Береза очень практичная. А ну-ка ты иди, там что делаешь, твоя работа? Я его снял? Да, заснял. Давай, иди свою работу делай, я посмотрю, что ты делаешь. Это Володя Пащенко у нас. За режиссера. Вот Никита что-то тут спасается. Ему дал мерку, вот и рубит, он учится. Все ребята в пределе работают там,
где в огороде, кто где. Володя от макушки отпиливает. И из них теперь мы будем веники делать. Тогда Володя сразу утащишь для меня. А я девчонок посажу сейчас, они проверят, а сережек освободят. Вот только начали, уже сколько сделано. Уже немножко осталось. Еще на недельку работы. Я отошел. Он сидит, он по повороте, он не понимает даже ничего. Давай. По самосохранению нету. Наложили. Сложности всякие. Вот наши березки стоят, красавицы. Вот там коршуны летают. Я не понимаю.
вот наши ребятишки из детского православного лагеря идут и несут жерди березовые Игорю Глушкову, так как он нам давал свой трактор привезти березки, мы проезжали немножко лес, и вот они сейчас понесли, чтобы отблагодарить его за это, за трактор. Тимофей, где у тебя пояс опять? Одень, одень сверху. Отцепись пока, а я одень. Вот, только не отставай. Сейчас он поможет, он пояс оденет. Без пояса-то нельзя ходить. Во. Все, помогай. Вот. Ребята будут крепкие, выносливые. Такие тяжести таскают, типа тележки наши. Ноги у них крепкие будут, мышцы, рук. Научатся всему здесь, у нас в лагере. Всякой деревенской работе. Вот. С заставкой на дом. Вот мы находимся у Игоря Глушкова. Вот его дом. Вот его трактор, который он нам давал. Мама, где? Надо было дальше, Ваня, дальше протащи. А, ямки? Ну все, тогда ладно. Где вот эта тележка, ты думаешь, где тележка? Да. Все, отвязывайте, отвязывайте, отвязывайте. Один идет говорить, а другой отвязывает. Ваня, иди говори, ты как старший. Хорошо. Нестор отвяжет пока. Ваня, 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 тихо, стой. Учись. Идите, помогайте Нестору отвязать веревку там. Угу. Зайди вовнутрь. Узнай, где там хозяева. Три поклона сделай. Положено. Мир дому всему. Громче скажи. Мир дому всему. Нету. Хозяева. Хозяева. Кто-нибудь есть? Нету никого. Выходи, Ваня. Мы давали свой трактор, но вам две балки понесли. Вам две балки большие принесли. Две березки привезли. Мир тебе, Настя. Березки? Да, можешь принимать. Это мы отблагодарили за то, что трактор брали у вас. Березки, чтобы принести. Ладно. Слава Христу. Сейчас ребята... Они папе пригодятся, да? А? Они папе пригодятся? Конечно, на забор куда-нибудь уйдут. Подчинить. Вот. Береза-то нужен материал, он как строительный идет. Вот вам. А отец-то где он находится? А, бабинш. А, бабинш? Когда приедет, скажи ему, что это отражение. Все, в бок выгружайте, туда вот, влево. Отходите, мой. Только вдвоем держи, держите. Андрей, аккуратнее там. Во. Все, отпускай на землю. Все, во. Сегодня утром заряжи. Все, поехали назад. Стоп. Все, спаси Стоп. Христос вас, с Богом. Кто-нибудь садитесь. Аккуратнее, аккуратнее. Место. Ну ты-то куда садишься? Такой парень крепкий садится. Следующий Ваня. Андрей.
Ты вовнутрь залазь, ты сейчас перевернешь их и все. Ой, доезжаем, да. Ближе пересядьте к бабе. А на 927 и вы едете. Слава тебе. Руки не суй, там колеса. Мне тебе? Так, это Исаак Устинов проехал. Так, Нестор, ты назад не облокачивайся, иначе ему же трудно держать тебя. Лучше впереди, тут сидите, вот как сидели, сидите. О. Ну и что, нравится на тележке-то ездить? Да. Кто-то везет, да, когда? Кому-то нравится, кому-то это очень больно везет. Любишь, говорит, покататься, люби саночки повозить. Вот та же и вы. Мы повозим саночки. Повозите. Товарищик наш. Ваня, дальше отвезите, а то машины будет мешаться. Сласти. Тимофей, сласти. Все, опускай. Давай, Тимоша, слазь отсюда. Да. Помогите ему слезть. Он там сбоку сидит. Все. Заходите. Воды холодной надо? Да. Вон там в бочке, смотрите, наливается из колодца вода. Идите напейтесь и скорее на кофе. Иди сначала напейтесь, Андрюша. Так. Давай, Тарасе. Его, ворота не закрывай. Иди посмотри, как они воду пьют. Потом сюда их гони. Всем дай отбой. Пусть покачаются вместе. Надежда Васильевна, сказали всем на отдых идти. Что? На отдых сказали всем идти. Начальник лагеря распорядился. Куда идти? На отдых. А, ну сейчас, через 5 минут. Я время заметила. Идите напейтесь из бочки. Грязная. Шланг лежал, где он? Вот, здесь, сюда, здесь. Вот у Леониды он. Вот он где. Давайте. Пейте, подходи. Ну пей. Пей, кто хочет. Да сыто пейте. Давайте я. Помолитесь. Потом еще раз подойди на песе. Давай. Так, на чистыми ведрами-то. Ну, Сара, нет твои чистые ведра-то, это не нравится. Сторонку. Давай, иди. Вперед. Так, кому еще воды холодной? Воды кому надо холодной? Пейте. Так, ребятишки, все вместе на качели идите. Идите на самоподъемники, на... Ваня, ты так меня ударил. Ой, здоровый такой стал. Бойцовый был. Бойцовый. Вот так. Давайте, идите, выходите себе место. Леонида, потом в бочку сунь просто и все. Иди тоже отдыхай. Забирайте там, иди. Так, качаемся, занимаемся, в тень идем, отдыхаем. Ты, конечно, разговаривай, уже поставил, уже все. Это вот твой голос, честно, он не такой... Эй, девочки! Сейчас отойди, вставай. Вася качается. Вы там берете, подарили, да мы
Где у меня Арсений? Идите двое, сюда. Ваня, Ваня, тебе же сказали, иди. Что ты сидишь? Что ты можешь показать? Поснимите-ка. Поснимите, когда будет зад. Еще, да? Арсений, еще покажешь? Вы знаете. Володя, где? Да вот он. Я не знаю. Да не, дядя Володя. Так, давай. Давай. Подожди, маленько, здесь. Вот они у нас на брусьях, какие упражнения могут делать. Ой-ой-ой, давай, не упади. Да подожди. Я знаю. Так, ну давай. Вот так, как Арсений, ходить надо. Горная! Ни одного упражнения. Вот сюда вас, походите. Уйти. Паша. Арсений. Нужно и в эту вкручку. Паша, иди лучше на турник. Давай, вот, хватай за руку. Паша, иди на турник. Какой турник? Володя, смотри, Ваня подтягивается. Да я раза. Столько раз почему. Арсений, сколько раз? Ну давай. Понимаешь, они не понимают даже, что с ними сделали родители. Бабушки, мамки ваши, вот так вот пуповину-то оторвать надо от них. Быть самостоятельным. Понимаете? Есть спортклубы, ничего нету. Только лежать, руки сзади и все. Да любой пацаненок хулиган десятерых вас положит. Теперь, на вот, сейчас, поднимайся. Поднимайся, смотри, как он быстро лезет. До самого верху. Так, давай. Давай. Перекладину за день. Во, молодец. Дальше. Вперед. Ваня, где Ваня у меня? А я. Ваня. Вот оно, я здесь. Ваня, давай. Арсений, на веревку подними. Я не смогу. Ну попробуй. Володя. Выгнула. Выгнулся. Как же ее сделать, чтобы она не выпадала? А ну-ка попробуй, залезь туда, выправи. Нет. Ваня, попробуй поправить там. Вот ты сейчас залезешь вверх. Ну, давай, я тебя подержу. Сам подниму. А ты иди там этот. Вон тут подтащи, вытащи, чтобы колесико. Кусок на носу остался. Ваня, вытащи это колесико. Он только ел. Хорошо. Дай мне. Что? Дай мне. Его не выправить одной рукой. Не выправить, Ваня. Трудно. Давай. Раскачивайся. Ребята, вон идите на те качели, на большие. Ваня, залезь. Я могу залезть. Ваня, что? Да куда ты, Нешна? Ты маленький. Ваня большой-то. Давай, залазь. Игнатий, сделай себе не вылезай. Я вообще не хочу сюда залазить. Не хочешь, а? Ты сам большой. Игнатий, сделай передний выход, показать. Да что ты, Вань, говоришь? Я Паша. Паш, сколько раз потянулся? Не, я хочу передний выход показать. Ого-го! Дело лучше пошло. Не, назад не перевернись. Ну-ка. Володя, так у нас не получилось, эта затяжка. Все, уходи оттуда. Тебя снять. Слазь. Держись за канат, держись и слазь. Давай. Убирайте. Убирай. Сейчас сам себя попробуй поднимать. Я поднимал все. Кто может поднимать себя? Ну-ка, Паша, покажи. Я мы тебя не сможем поднять. Ну, быстрее садись. И начинай поднимать себя. Он не может сесть как. Вот так. Давай. Уйди. Самоподъемник, сама. Никто никого не поднимает. Давайте. Давай. Следующий я себя. А что ты доешь? Нельзя бросать оттуда. Видите, какая у вас физическая, духовная неразвитость. Это потряс просто ужасно. Я следующий.
как можно жить не раз для человека. Опять. Как я теперь буду качаться? Ну? Ты сядь на нее. Она вон опять выпала. Опять выпала. Она опять забилась, Игнатьевич. Ничего не сделать, Володя. Это еще у нас не получается. Только сделали опять. Какая причина-то? Как-то не отпускает. Почему она перепрыгивает? Они куда-то в сторону ее тянут или еще? Нет, потому что сильно резко спускаются. Что ее там, загнуть, чтобы она вплотную была или еще? Не знаю даже еще. Еще раз надо выправить. Все тогда. Ты, блин, господи. Вон они, гляди, как за пятки качают. Знаете, смотри. Вон как Фрося делает. Вот так нужно. Да, туда и назад. Вон как Фрося. Смотри. Она назад. И вот все стало опять. Они низкие сильно. Не надо. Ты дома делай, здесь не надо это все. Ушибешься, расколешься и все. Девок надо покачать, пойду покачаю. Нестор, молодец. Ну давай. Накоснись, нет. Давай, так она не поможет. Опа. Давай. Леонида тоже себя поднимала, да? Да. Ну-ка покажи сейчас. Я починили самоподъемник. Ну иди, все, сейчас Паша. Потом я. Я пойду. И потихоньку спускайся. Паша застрял. Нет. Мы вообще здесь просто завязали. Не села здесь. А у тебя сейчас с губами-то все не делать? Надо мы где-то живем. Давай я не буду. Да я сам. Давай, это самое по тебе. Давай. Мы взяли, просим, подняли туда вверх. И завязали веревку вокруг столба. И можно слезть так, просим. Наверху так и дергать. Отдайте Леониде. А почему у вас пальцы такие? Ты можешь-то не плохо, види? Держись, Тимофей. Во. Ну. Опа. Бац. А посмотри, Тарасик, это что делает. Все, спускайся. Следующий Ваня. Сядь, Ваня, снимите меня. Ты знаешь, что мотаться нельзя. Остановите меня, говорит. Сработал! Давай, Андрей! Привет! Ты что, задом пошел, что ли?
грядку освободила. Грядку освободила, вот вам вырвала. Ребятишки пусть переберут ее. Это щебель. Щебель. Ты прямо под ним встань. Что-то раскачиваешь. Давай. Давай. Не прыгай вниз. И задень колесико. Рот закрой. Давай. О, держись. Прыгать не надо, видишь? И она на месте, смотри, что ты обожжешь. Вот. Она никуда не выпрыгивает, колесико-то. Канат выбрасывается, почему? Потому что ты раскачался, прыгнула, она вот подлетела. Ага. Все. Вот для самого трудного не могут на чем научиться. На канате. В школе помню у нас. А на канате там вот как надо лазить. Смотри. Вот когда ты поднимаешься, видишь? Нога здесь, а эта нога вот так наступает на нее. Веревку подвергай и на себя наступай. Кожу содрала. Мне нельзя трогать позвоночник. Если я повисну, я сразу развалюсь. Ну давай. Я не подниму. Ну так ты попробуй лишнее-то. Животину там трусил, требуху такую. Будь осторожней. Человек должен вот такой быть, подтянутый. Не надо стол подтирать, он нормально стоит. Становись. Бери. Ты все время, каждое утро подтягиваешься и подтягиваешься. Ты же парень. Но ни разу не может подняться. Это даже смешно. В армии будут требовать конфеты. Андрюша, не надо это. Это не гимнастика. Это риск. Слезь оттуда. Лишний вес. Шею сломаю. Ой, головой, а? Ну все. Вот посмотри, веревка вылетела. Все. Заметь, сколько сейчас. Тащи, поднимай, делай. Молодец. Веревка вылетает. Нет, стой, не качайся, он сейчас там потащит. Он сейчас потащит, не качайся. Заставлять каждого кто-то сделал. Так, пошли на работу, все. Раздувайтесь и пошли. А которые пришли оттуда, пошли туда. Поехали. В лагерь. Кто у Надежды Васильевны, оставайтесь, сделайте огород пешить, а мы пошли туда. Так, вот бегом, бегом. Ой. Давай. Кто нас все оставил? Садись, Тимофей, садись, Ваня, садись, Андрей. Да раз лезь, ты уже катался. Давай, садись, Ваня. Садись. Тарас, Тимофей! Тимофей, ты сюда идешь? Куда ты пошел? Ты босиком приходил? Тимофей! Да, босиком. Ага. Нет, Тимофей! Вот.